Осуждаем и требуем принять геноцид армян. До сих пор 24 апреля день геноцида армян для всего нашего народа, который вот прошел через трагический этот путь мученической смерти. В душе есть боль, и наши раны до сих пор кровоточат. Потому что если бы в свое время мировое сообщество признал бы факт геноцида армян, осудил бы его, не было в нашей жизни, мировой истории, ни резни Холокоста евреев, потому что мы хорошо знаем, что говорил Гитлер, истребляя евреев. Кто сейчас помнит геноцид армян? Это его слова. Соответственно, если бы в свое время мировое цивилизованное сообщество осудило бы факт геноцида, не было бы в нашей жизни проявлений никаких геноцидов.